«17 мгновений весны», «Карнавал», «Три тополя на Плющихе» – все эти шедевры кинематографа создала выдающийся режиссер 20 века Татьяна Михайловна Лиознова. Год назад ее не стало, и сегодня ее памяти посвятили выставку в галерее «Нагорная». Татьяна Михайловна Лиознова – очень удивительный человек, который создала шедевры, их можно назвать действительно шедевры не только российского киноискусства, но и мировая классика. Фильмы, которые отражают эпоху нашего советского времени, отражают личность каждого человека, который затронут в этих фильмах, и показывают всю глубину, психологическую глубину чувств людей, которые, собственно, и представлены нам в кинокартинах. «Незабытый кинематограф» – это проект выставочного зала, который проходит здесь второй год подряд. В прошлом году он был посвящен художнику-постановщику Борису Дуленкову. И в день вернисажа стало известно о смерти Татьяны Лиозновой. Борис Дуленков сотрудничал с Татьяной Михайловной почти во всех ее работах. Работы эти несут отпечаток своего времени, наполнены и историзмом момента, и отражают во многом человеческие отношения и отношения мастеров к своему делу. То есть они выполнены исключительно высокопрофессионально, с большой исторической достоверностью и с хорошим художественным вкусом. Выставка подготовлена совместно с Музеем кино, откуда привезли афиши фильмов Татьяны Лиозновой. Также в экспозиции представлены фотографии из личного архива режиссера, который представила ее дочь. Есть на выставке и работы студентов ГИКа. Этот вуз закончила и сама Татьяна Михайловна. И организаторы выставки уверены, что между всеми выпускниками в ГИКа есть своя преемственность поколений. И, конечно, есть снимки совместного сотрудничества Татьяны Лиозновой и Бориса Дуленкова. Фильм – это командное произведение, да? Командное произведение, которое Борис Дмитриевич команду часто называл «братской могилой», когда шли титры на экране, он говорил, ну вот, уже фильм закончился, пошла «братская могила». Вот. Но командное сотрудничество, оно всегда заставляет людей как бы в чем-то идти на уступки, то есть быть толерантным, что и сейчас актуально в нашей жизни, достигать консенсуса, как любили говорить наши некоторые политические деятели. Вот. Ну и, вероятно, все это достигалось и складывалось, потому что работы получались достойными. Выставка «Незабытый кинематограф» в памяти Татьяны Лиозновой открыта в галерее «Нагорная» до 28 октября.